Добрый день, уважаемые коллеги. Ну что ж, коллеги, тогда приступим. В первую очередь, позвольте представиться. Те, кто со мной не знаком, сейчас мы это дело исправим. Меня зовут Роман Саладов. Я являюсь представителем культовой мексиканской компании RCD Hotels, в управлении которой находятся отели разных брендов в Доминикане, в Мексике и в Соединенных Штатах. С TPG мы очень плотно работаем по двум нашим брендам. Это обе франшизы. Отели Hard Rock All Inclusive, Доминикана и Мексика. Именно как раз о них я сегодня сделаю основной акцент. И также отель Unico 2087, это уже полностью наша разработка с нуля. То есть тоже очень классный чумовой отель, 5 звезд, только для клиентов от 18 лет. Еще и система премиум все включено. Ну, я думаю, клиенты, кто был в этом отеле, остались очень и очень довольны. По времени примерно, я думаю, мы уложимся минут 45-50, то есть до часа 100%. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, сразу в чатах задавайте, я постараюсь на них ответить по ходу презентации. Итак, новость номер один. В этом году исполнилось 50 лет с момента открытия первого Hard Rock кафе в Лондоне, поэтому это новый этап в развитии всей компании Hard Rock, не только наших отелей в Доминикане и Мексике, всей. Поэтому на ближайшие 5 лет Лионель Месси будет нашим амбассадором. То есть он будет помогать в продвижении отелей, казино, хардрок, стадионов, в общем, всего, что связано с брендом хардрок. И, конечно же, время от времени будет приезжать и в отели. Поэтому, как только у нас будет информация, что Лионель Месси приезжает в тот или иной отель нашей цепочки в Доминикане и Мексике, мы с удовольствием все это дело будем анонсировать, чтобы у вас тоже была возможность рассказать клиентам и заманить их в наш отель. Поэтому вот имейте в виду. В чем отличается самое главное, да, вот такое отличие именно наших отелей Hard Rock, напомню, это франшиза, от отелей этого же бренда в Доминика, здесь, там, в Штатах, в Юго-Восточной Азии, в Испании и так далее. Во-первых, наши отели это только 5 звезд, и во-вторых, мы работаем только по системе All Inclusive 24 на 7. То есть у нас нет вариантов размещения завтраки, ужина, нет. Полный all-inclusive, то, что достойны настоящие рок-звезды, которые к нам приезжают, да, то есть наши с вами клиенты. Поэтому об этом, пожалуйста, помните. Относительно пляжа, все отели располагаются, будь то Доминикана и Мексика, на первой пляжной линии. То есть сейчас мы с вами рассматриваем все те нюансы, услуги и сервисы, которые характерны для всех наших отелей Hard Rock, будь то Доминикана или Мексика. Потом я уже более детально, буквально там на 5-6 пунктах, сделаю и расскажу про отличия каждого из отелей, да, чтобы максимально лаконично вы это перед собой имели, могли пользоваться. А, про пляж пока не забыл. Значит, независимо от того, Доминикана это или Мексика, так как система all-inclusive, с лежака можно не вставать. Любой напиток, коктейль, все доставят к месту вашего пребывания, то есть это тоже все включено в стоимость. Важно об этом помнить. По номерам. В Мексике, как видите, от 42 квадратных метров номера, в Доминикане от 72, да, то есть доминиканские номера в Пунтаканском отеле, они, конечно же, чумовые, очень большие, да и тем более еще прошли реновацию, но об этом еще чуть попозже. Во всех отелях, во всех номерах фирменная косметика Rock Spa, возможность брать коврики для йоги от компании Rockom. Это тоже такое наше нововведение, новая брендовая штука. Вот. Во всех номерах есть как балконы, так и террасы, да, то есть это тоже важно учитывать. Халаты и тапочки. Единственное, смотрите, так как сейчас действуют протоколы санитарной безопасности, при заезде, во время чек-ина, клиентам необходимо упомянуть, что они хотели бы, чтобы им доставили халат и тапочки. То есть они в стоимость включены, но, соответственно, нужно будет этот момент уточнить. То есть либо во время чек-ина, либо уже в процессе отдыха. Да? То есть по умолчанию сейчас сразу халат и тапочки мы в номер не кладем. То есть тоже, пожалуйста, это учитывайте. Кофемашина Nespresso ежедневно. Капсулы, полностью укомплектованный мини-бар при заезде, там у нас местное локальное пиво, прохладительные напитки, соки, также ежедневное пополнение без каких-либо доплат. Но тоже нужно во время чек-ина это уточнить, что вы хотите, чтобы каждый день вам приносили новые бутылочки, да, там напитки и так далее. То есть это тоже будет без доплат, но это важно уточнить, потому что санитарный протокол обязывает нас минимизировать контакты между сотрудниками и клиентами. Поэтому все направлено именно на это. Все так же у нас остается бесплатное обслуживание номеров, независимо от вашей категории, насколько ночей вы к нам заезжаете. То есть есть меню завтраков, обедов, ужинов, ночное. В том числе можно заказывать в номера алкоголь.
Это винишко, игристое вино, красное сухое, белое сухое. Прям бутылками вам приносят бутылку, бокалы, все по уму, все по науке. Если хотите, прям при вас все это скрывают, разливают. Ну, сказочка. Вот. И также до 8 банок пива можно заказывать как в Доминикане, так и в Мексике. Ну, соответственно, это в номер. Если мы говорим про бары, всякие лаунж-зоны, рестораны, которые находятся на территории любого из отелей, весь алкоголь, в том числе премиальных марок, он включен в стоимость. И в том числе крафтовые такие коктейли, сложно сочиненные от наших барменов-миксологов. Тоже такой определенный уровень барменов, такой high level, ну, клиенты всегда в счастье, то есть можно тут разойтись. Вот, Wi-Fi работает на всей территории отеля, без доплат, без ограничений, без паролей, поэтому мы будем только рады, если клиенты каждые 5 минут будут что-то постить, выкладывать, рассказывать своим друзьям, подписчикам и так далее. Также у нас есть клубные номера, они называются Rock Royalty, и вот для таких номеров у нас есть личные хосты, личные консьержи, ну, большинство услуг включены в стоимость, там ускоренная доставка багажа, подготовка номера ко сну, соответственно, оформление джакузи, то есть, да, чтобы с пенкой, со всеми делами, какие-то дополнительные запросы, часть услуг, конечно, идут за дополнительную плату. Но кому будет интересно, соответственно, с коллегами с TPG можете проконсультироваться, у них детальная информация. Во всех наших отелях, напомню, система all-inclusive. Поэтому все рестораны, бары, все это включено в стоимость, и можно посещать одни и те же рестораны без доплат, хоть каждый вечер. Главное записываться, потому что, опять же, в силу действия санитарных протоколов, меньше столиков сейчас в ресторанах, да, то есть, соблюдать социальная дистанция. Это тоже нужно учитывать, а желающих очень много. Поэтому, конечно же, такие топовые рестораны, как стейкхаус, как азиатский Zen, степаньяки, когда ножи летают, огонь до потолка и челюсть у клиентов в районе коленок, они, конечно же, пользуются большим спросом. Ну и в том числе всевозможная авторская мексиканская кухня. Ну, то есть такие интересные рестораны, не просто вот шведский стол. То есть мы, в принципе, всегда славились именно своими ресторанами а-ля карт. Важно отметить, что во всех ресторанах, неважно, завтрак, обед или ужин, всегда есть варианты для веганов, вегетарианцев, блюда без лактозы, без глютена. То есть все вот эти тенденции мы тоже учитываем. Важно отметить, что при входе в каждый ресторан стоит такая стойка. Хосты, они, соответственно, бесплатно раздают маски. Да, то есть маски необходимо носить в главном здании, в закрытых помещениях. И также в ресторане, когда вы находитесь, допустим, около шведской линии. Стоят защитные прозрачные экраны, все блюда подписаны, то есть клиенту достаточно просто посмотреть, ткнуть пальцем выбранное блюдо, и, соответственно, наши сотрудники уже сами накладывают это дело в тарелку. Так вот, еще помимо этого, эти хосты всегда спрашивают имя, фамилию, номер комнаты и обязательно, есть ли какие-либо ограничения по еде, аллергии и так далее. Если, да, у клиента действительно есть какие-то ограничения, то можно пообщаться с шефом, с шеф-поваром и, соответственно, соорудить и подготовить какое-то блюдо эксклюзивно вот для этого клиента, и это, конечно же, будет тоже без доплат. То есть, как видите, более персонализированный сервис, это тоже очень важно клиентам рассказывать. То есть все всегда можно решить, все всегда можно обговорить. Различные бары и лаунж-зоны, про это я уже рассказывал. Напомню, что премиальный алкоголь, крафтовые коктейли, все это включено в стоимость. Одна из наших уникальных услуг, клиенты ее очень любят, это Sound of Your Stay. По ней можно абсолютно бесплатно взять в аренду одну из 20 гитар фирмы Fender со всеми примочками, педальками. Все это дело доставляется в номер, то есть усилки. Ну, обязательно, конечно, мы даем еще наушники, чтобы соседи за стенкой не страдали, даже если вы новый Джимми Хендрикс. Всякое бывает. Помимо этого, можно также взять в аренду проигрыватель для винила. Вот то, что мы с вами видим на слайде справа, где девушка вот с винилом. Вот тоже такую красоту можно взять в номер и наслаждаться классическим качественным звуком. Rock Spa. Это наши фирменные спа-центры. Сейчас, кстати, действует скидка. Раньше она была 75% на доп. Услуги, сейчас 50%. Она распространяется только на спа и гольф. Поэтому, пожалуйста, в спа можно и нужно ходить, тем более с классной скидкой. То есть, если классический релакс-массаж стоит без скидки $200, со скидкой 50% наши с вами клиенты платят всего лишь 100. Но заранее нужно записаться, потому что, опять же, много желающих, да, должны быть соблюдены определенные протоколы, да, то есть дезинфекция всех поверхностей после каждого клиента, это, соответственно, у нас уменьшает количество посещений, возможных посещений в день. Поэтому тоже нужно все заранее записываться. Салон красоты Porsche во всех отелях, поэтому навести красоту, маникюр, педикюр, прически, все это есть. Многие считают, что отель Hard Rock это отдых только 18+. Это не так. Ну, как минимум, в наших отелях в Доминикане и Мексике. Во-первых, детишки до 4 лет
всегда считаются инфантами и, соответственно, проживают бесплатно. Сейчас действует акция Free Kids. Дети до 13 лет отдыхают бесплатно в Hard Rock Hotel и казино Пунта Кана, Доминиканская Республика, и Hard Rock Hotel Ривьера Майя, в этих двух отелях. Значит, бронируем любой тип номера от 7 ночей. Бронирование должно быть сделано до 30 ноября этого года, то есть у нас с вами еще чуть больше месяца. Проживание возможно как в 2021 году, так и в 2022. То есть для тех, кто планирует бронировать заранее. Единственная акция не действует на новогодние заезды с 18 декабря 2021 по 2 января 2022. То есть если вы заезжаете уже 3 января 2022 года, акция вновь будет действовать. Итак, фиксируем. Дети до 13 лет в одном номере с родителями, то есть какие комбинации взрослый плюс ребенок подходят под эту акцию. 1 плюс 1, 1 плюс 2, то есть обратите ваше внимание, да, когда один взрослый и двое детей, это тоже допускается. 2 плюс 1 и 2 плюс 2, ну, то есть такие все, скажем так, часто встречающиеся комбинации. 7 ночей до 30 ноября бронируем, вот эти комбинации действуют, Пунтакановский отель и Hard Rock Riviera Maya. Также во всех отелях у нас есть мини-клубы для детей до 12 лет и клубы для тинейджеров до 17. Соответственно, различные активности и на открытом воздухе, и в закрытых помещениях там проходят, все это дело выкладываем, можно ознакомиться, посмотреть. Клубные номера Rock Royalty, вот как раз так они называются. И дальше после Rock Royalty уже может быть там различные приписки в зависимости от отеля. То есть если там Мексика, ну, будет какой-нибудь Rock Royalty там Deluxe Ocean View. Если это Доминикана, то Rock Royalty Caribbean Sand View. Ну, то есть главное, если видите Rock Royalty, это дополнительный список услуг, больше сервиса, больше возможностей. Но опять же, на сайте UTPG есть описание, поэтому в голове лишнюю информацию не держим. Главное, в нужный момент знать, куда заходить и где смотреть. Вот у TPG, напомню, все достаточно детально описано. Свадебная тематика, она мега актуальна для наших отелей, свадебных клиентов, молодоженов мы очень любим. И для них у нас есть две бесплатные услуги, которые действуют на постоянной основе. Ну, на данный момент до конца 2022 года, поэтому время, чтобы собраться с мыслями, пожениться и отправиться в медовый месяц, да, у всех есть. Помимо этого, данные акции, данные два пакета действуют для пар, которые отмечают годовщину свадьбы. И для наших отелей, будь то Доминикана или Мексика, годовщина – это не только даты кратные 5. То есть это может быть 2 года, 7, 12, 20, 50, сколько угодно. Главное, чтобы годовщина приходилась на период размещения в отеле. Но давайте не буду вас томить, какие же две услуги мы предлагаем. Первый – это вот такой простенький набор, называется пакет With Love. Как видите, игристое вино и сладости. Мы их доставляем в день заезда, либо на следующий день после заезда. Это важно. Да, то есть в доковидные времена, конечно же, когда клиенты проходили процедуру чек-ин, мы уже все это им приносили, они заходят в номер, и там такая красота, ну, классно. Сейчас, к сожалению, из-за действия вот этих санитарных протоколов, мы должны все это согласовать. То есть клиенты заезжают в отель, проходит процедуру чек-ин, далее могут направиться в свадебный отдел, там замечательная русскоязычная девочка Валентина, с ней, это вот именно в Пунтакановском отеле в Мексике, только, соответственно, англоязычные либо испаноязычные сотрудники. Вот, с ней все согласуют, да, там с ними, когда доставить игристое вино, сладости, когда заказать романтический ужин и когда сделать романтический завтрак в номер. Ну и, как видите, по условиям все мега просто. Бронируем любой тип номера от 5 ночей, то есть даже если у вас клиенты, там, допустим, не могут поехать там, на все 10, а то и 14 ночей в один из наших отелей, потому что по бюджету не проходит, ну вот, соответственно, вы можете делать какую-нибудь такую комбинацию, да, и вот, чтобы минимум 5 ночей были в этом пакете, и, соответственно, тогда они могут совершенно спокойно получить вот такие дополнительные услуги бесплатно. Ну и, как видите, также предоставить отелю скан, либо фото, свидетельство о браке не позднее, чем за 48 часов до заезда. Никаких переводов, там, нотариальных заверений не нужно. То есть, как у вас есть, допустим, на украинском языке, сфоткали, отправили, этого будет вполне достаточно. Данный пакет я рекомендую клиентам, которые бронируются в последний момент, либо не хотят заморачиваться на всевозможные свадебные церемонии. Но, если у нас с вами все-таки такие клиенты есть, которые хотят действительно полноценную свадебную церемонию на пляже, тут включается в дело наш второй пакет, который называется Ultimate Wedding Package. То есть тоже, когда вы отправляете молодоженов, вы должны четко прописывать, какой пакет нужен. With Love с минимальным набором, либо Ultimate Wedding Package. Как видите, здесь уже полноценная свадебная церемония. На пляже ставим белую арку с украшениями, букет для невесты, бутоньерка для жениха. До 32 человек могут участвовать в данной церемонии, но только если они клиенты отеля. Одноуровневый свадебный торт, ведущий церемонии на английском либо испанском, но пугаться не надо. Киваем, говорим yes, си.
Ну, либо что-то еще, если сценарий у клиентов не совсем стандартный. Такое иногда бывает. Игристое вино для всей компашки, аудиосистема, свадебный координатор, вот опять же в Пунтакановском отеле, это замечательная девочка Валентина, свидетели, парочку человек мы где-нибудь найдем. Единственное, пишите заранее, очень большой на них спрос. Макияж, прическа для невесты, маникюр для жениха, фотосессия, 40 фотографий во время церемонии, 50-минутный релакс-массаж для двоих, ну и вот бесплатный пакет для молодоженов из лав, то есть все те услуги, которые мы видели на предыдущем слайде. И обратите ваше внимание, по условиям тоже все мега-мега доступно. Бронируем любой тип номера от 10 ночей, согласуем с отелем дату и время церемонии не позднее, чем за 30 дней до заезда. Важно это условие соблюдать. Не 29, не 28, строго 30 и более. Чем раньше вы начнете весь этот процесс, тем больше шансов, что клиентам достанется отличное время, да, то есть, чтобы чаще всего просят на закате, либо ближе к вечеру, когда уже не так жарко, поэтому тоже как бы это учитывайте. И за разницу во времени, пожалуйста, закладывайте минимум пару дней на переписку, на согласование всех деталей. Ну, сканы, фото, свидетельства о браке, тут все понятно. Четвертый пункт, я думаю, вам очень-очень понравился, если вы уже его прочитали. Ну, на всякий случай озвучу. Клиенты могут получить данную церемонию бесплатно, только при бронировании через туристическую компанию, то есть через вас, уважаемые коллеги. Если кто-то из клиентов выходит на наш один, ну там на один из наших отелей напрямую и просит забронировать проживание и плюс вот эту услугу, ну, во-первых, ценник на сайте отеля, либо там даже на стойке отеля для прямых клиентов, он прилично выше, нежели чем в контракте у TPG. Это раз. Во-вторых, даже если такой товарищ забронируется напрямую, невыгодно. Мы с него дополнительно, вот за все то же самое, что через вас он может получить бесплатно, вот за все то же самое мы с него возьмем 2500 долларов. Зарабатывать мы любим, зарабатывать мы умеем. Но тут важно понимать, что Ultimate Wedding Package нигде не описан ни на одном из сайтов отелей. Это очень важно. Да, есть пакет без лав, вот этот минимальный набор из 3 пунктов, но Ultimate Wedding Package мы реализуем исключительно, ну, в большинстве своем, именно через туроператоров, туристические агентства, принимающие компании. Да, то есть это такой эксклюзивный B2B канал продаж. Поэтому используйте эту эксклюзивность, используйте этот инструмент, потому что это реально очень классный такой рычаг, замануха для клиентов. Как минимум, вы можете объяснить, почему нужно обращаться именно к вам. Потому что свадебная история, она актуальна всегда. Люди встречаются, влюбляются, женятся. И многие из них хотят провести свой медовый месяц, а это самое важное путешествие в жизни, в классном месте, в теплом направлении, соответственно, в отличном отеле. Все три компонента у нас с вами есть в лице одного из наших отелей Hard Rock, будь то Доминикан, либо Мексика. Ну, а дальше уже все зависит от вас. Поэтому рассказывайте, объясняйте, информируйте клиентов, чтобы, соответственно, они к вам обращались. Что касательно свадебной тематики. По поводу гольфа. Значит, свои гольф-поля у нас в отеле Пунта-Кане, на Ривьера Майя в Канкуне нужно будет проехаться. И напомню, на гольф скидка 50%. По группам. При бронировании от 10 номеров, неважно, Доминикана либо Мексика, аренда конференц-залов, гала-ужины, кофе-брейки, аренда каких-то площадок на открытом воздухе для проведения, да, мероприятий либо тусовок, все это включено в стоимость. И это нас разительно отличает от там, 99% отелей, как в Доминикане, так и в Мексике. Да? То есть, если вы работаете с MICE-сегментом, либо планируете выходить на MICE-сегмент, и вам нужен интересный, такой уникальный продукт, ну вот имейте в виду наш отель. Теперь буквально несколько слов относительно отличительных особенностей. Значит, смотрите, отель Hard Rock Punta Cana. Это большой комплекс на 1800 номеров. Как я уже сказал, мы провели небольшую реновацию номерного фонда, и она еще продолжается, это важно отметить. В 2020 году мы реновировали вот эти 4 здания, 4А, 5А, 4Б и 5Б, то есть центральная часть такая самая проходная, поэтому за нее мы взялись в первую очередь. Недавно была закончена реновация здания 8А, сейчас идет реновация здания 2А. То есть мы по одному корпусу все это дело реновируем. Планируем закончить где-то к концу весны 2022 года и еще за лето отстроить большой аквапарк на территории отеля. То есть к зимнему сезону 22-23 отель уже будет полностью реновирован. С аквапарком будет еще больше возможностей для отдыха не только взрослых, но и всей семьи, что очень и очень важно. По сути, чтобы вам не запутаться, отель можно разделить на две зоны. Первое – это главное здание. Сюда у нас клиенты приезжают. По центру основное лобби, слева лобби для групп. То есть мы эти потоки разделяем, они не пересекаются. Процедура чек-ин, чек-аут происходит максимально быстро. Казино находится в главном здании. Оно работает ежедневно с 12 дня до 4 часов утра.
Поэтому при наличии удачи, как я говорю, всегда можно отбить стоимость поездки. Но будьте аккуратны, казино все-таки всегда остается в выигрыше. Также в главном здании огромное количество бутиков, магазинов, супермаркетов. То есть, если вдруг клиенты что-то забыли, да, с собой, то здесь можно докупить абсолютно спокойно. 6 ресторанов как раз располагаются именно в главном здании, и 3 ресторана находятся на пляже. Многие из них открываются. Я имею в виду, которые вот на пляже, и на завтрак, и на обед. То есть, если вы хотите целый день провести на пляже, нет необходимости там на завтрак, на обед ходить в главное здание, да, то есть всегда рядом с вами будет что и где поесть. То есть, это тоже очень-очень важно. Плюс в главном здании располагается бар 24 на 7, да, то есть, если вы хотите до утра посидеть с вашим любимым напитком, пожалуйста, все это возможно, напоминаю, система All Inclusive. Канкун. В отличие от пунтаканского отеля, Канкун очень компактный отель. Если в Пунтакане, как мы с вами видели, территория большая и есть возможности для отдыха только детишек, тинейджеров, взрослой аудитории, то здесь все-таки компактность создает свои определенные условия. Но этот отель не является каким-то, скажем так, нестандартным для Канкуна, да, то есть, как вы знаете, Канкун, вот именно отельная зона, это искусственно созданная коса, состоящая из двух частей, короткая коса и длинная коса, вот, поэтому у всех отелей территории компактные, друг на дружке, и если в Пунтакане мы с вами видели кучу зданий, где располагаются номера, здесь одно большое здание в форме буковки U, вот то, что мы с вами сейчас наблюдаем слева, ну, или буковка P, кому как удобней, вот, здесь мы с вами заезжаем в отель в форме гитары. Парковка абсолютно бесплатная для клиентов отеля, поэтому если кто-то арендует автомобиль, ну, то его смело можно здесь оставлять. Ниже, вот фиолетовым, у нас с вами детский клуб, теннисные корты, фитнес-зал, амфитеатр для вечерних мероприятий. И, по сути, вся движуха происходит вот на этом пятачке. Один большой основной бассейн. Здесь более спокойная зона, севернее, южнее, соответственно, более активная с анимацией, вот как раз она проходит вот здесь. На пляже какой-то дополнительной анимации нету, то есть просто вы лежите, отдыхаете, также работают официанты, да, то есть, в принципе, с лежака можно не вставать, все делается для вас. Вот, также на третьем этаже в этом отеле, сейчас, возможно, если я переключусь, вы видите, да, на третьем этаже у нас располагается отдельная терраса только для клубного уровня, да, то есть у них отдельный вход, здесь отдельный ресторан, там и стейки, и рыба, салаты, напитки, в общем, в течение дня вот такой закуток только для VIP-клиентов. Ну и, соответственно, отдельная зона на пляже тоже для них имеет место быть. Как видите, такое все компактное. От отеля к отелю набор услуг, сервисов практически не отличается, поэтому если вы или ваш клиент отдыхали, допустим, в Пунтакановском отеле, то плюс-минус вы то же самое найдете и в Канкуне. Кому бы я больше рекомендовал данный отель? Так как Канкун – это тусовочная зона, достаточно волнистая зона, потому что это длинная коса, и впереди, как видите, нету ни волнорезов, ни островов, все-таки основной клиент – это туристы 18+. С детьми, конечно, можно приехать. Мы с вами видим мини-клуб, да, который имеет место быть. Но зона тусовочная, бывают сильные волны, территория отеля компактная. Поэтому, конечно же, в первую очередь это подходит вот именно взрослой аудитории, тусовщикам, молодоженам, любителям активных видов спорта, коих в Канкуне огромное количество. Если кто-то планирует с детьми, то здесь однозначно надо выбирать Hard Rock Riviera Maya. Потому что, во-первых, это большой отель. То есть, как видите, здесь 9 зданий. А в отличие от Пунта Каны, который идет вглубь, да, то есть такой прямоугольник глубокий, то здесь отель вытянут вдоль пляжной линии. И, в принципе, даже если вы бронируете базовые номера, которые вот располагаются, скажем так, в этой части, да, чуть дальше от моря, все равно там дойти буквально 1 минута, и вы уже около пляжа. То есть это удобно. Отель состоит из двух частей. Это зона Heaven, то, что мы видим справа. Это зона 18+, вот эти синие здания с 1 по 3. И зона Hacienda. Hacienda семейная, здание с 4 по 9. Поэтому, как видите, больше всего зданий именно в семейной зоне. И поэтому этот отель мы, конечно же, больше, вот именно в первую очередь, продвигаем именно как для отдыха с детьми. Это очень-очень важно, потому что в этом отеле гарантированно можно плавать, купаться в течение всего года. Потому что вдоль всей пляжной линии стоит вот такой мощный природный волнорез. И как бы там ветер ни дул, как бы за волнорезом волна не бесновалась, вот в этих лагунах, которые образуются вдоль пляжной линии, все всегда спокойно. Также обратите ваше внимание на вход в воду. Нет камней. Мы их расчистили, и это большая редкость для вот зоны Пуэрто-Авентура, где располагается отель. То есть здесь примерно 90% комплексов имеют вот эту особенность со входом в воду. Это камни. То есть у нас, как видите, все чисто, поэтому
клиенты спокойно приезжают, особенно кто с детьми. Вход пологий, нет резкой глубины. Максимальная глубина вообще здесь составляет где-то 3-3,5 метра, то есть, ну, абсолютно спокойно. Поэтому этот отель даже часто выбирают взрослые, которые боятся открытой воды. То есть тоже такие запросы у нас бывают, уточнения такие бывают, поэтому вот имейте в виду. Бесплатно можно взять в аренду каяки, сап-доски, да, вот эти с веслом. Плюс еще есть инструктор, который бесплатно, там небольшие компании до 4 человек, это идеально для, там, допустим, пар, когда приезжают парочки друзья, либо семья, то есть можно взять вот так покататься. То есть они прямо на пляже дежурят, можно к ним подойти и совершенно спокойно всем этим заняться. Есть зиплайн на территории отеля, поэтому скучать здесь не придется. Ну и, конечно же, наш известный аквапарк, состоящий из 3 зон, тоже все это включено в стоимость, доплачивать не нужно. Работает аквапарк ежедневно для всех гостей отеля. На территории есть снэк-бар, поэтому, конечно же, в принципе, отсюда можно не вылезать, да, если ребенок не хочет. Вот, поэтому, как бы еще раз хочу отметить, что этот отель больше подходит именно для семейного отдыха. Тем более, что здесь, как и в Пунта-Кане, действует акция «Дети бесплатно» до 13 лет. Поэтому, если у вас клиенты рассматривают Мексику в этом зимнем сезоне, ну, то обязательно предложите им данный отель. Я думаю, они останутся очень и очень довольны. На этом презентация по Hard Rock отелям заканчивается. Давайте немножко резюмируем. Да? То есть отели Hard Rock, вот именно наши, доминикано-мексиканские, если их в двух словах описать, это отели для клиентов молодых духом, независимо от возраста. Вот так вот я бы их описал. Независимо от того, приезжают к нам клиенты 12 лет, 18, 20, 50, 70. Если внутри горит огонек, они хотят движа, они хотят активностей, это как раз наши отели. Ривьера Майя. Но важно отметить, что несмотря на бренд Hard Rock, в первую очередь мы отель и создаем условия для всех. Для тех, кто любит потише, для тех, кто любит погромче. Поэтому всегда во всех отелях можно найти уединенные места, где минимум музыки, либо ее нет вообще, если для клиентов это важно. Ну и совсем другая история, это Unico 2087. Если Hard Rock это франшиза, да, это достаточно такой известный международный бренд, то Unico 2087 это полностью наша разработка с нуля. Отель открылся в марте 2017 года, то есть ему всего 4 года. Если Hard Rock это твердые пятерки, то Unico 2087 это 5 Deluxe. Вот недавно он в очередной раз получил премию Five Diamond Awards, то есть 5 алмазов. Это одна из самых таких, наверное, престижных премий среди отелей 5 звезд, многие за ней гонятся, но ежегодно всего 3% отелей в мире, которые подают на эту премию, ее получают, потому что там очень много стандартов, которым отель должен соответствовать. Как видите, Unico 2087 входит в The Leading Hotels of the World, только для клиентов от 18 лет, что важно отметить. По расположению оно тоже идеально. Вот с вами из аэропорта Канкуна ехать буквально час, то есть достаточно удобно. Все основные достопримечательности располагаются очень близко. Это и Плайя-дель-Кармен, это и Тулум, здесь Акумаль, где можно черепашками поплавать. Примерно вот здесь располагается Куба, Чичен-Итса, да, то есть, в принципе, как я уже сказал, все достаточно удобно. Ну и различные парки а-ля Эшкарет, Эксплор и прочие вещи. Поэтому одним днем можно выезжать, к вечеру возвращаться. Будет здорово. Ну, в 2019 году мы получали также Five Diamond Awards, и вот буквально несколько недель назад тоже мы объявили о получении премии в 2021. Давайте быстренько пробежимся по основным аспектам отеля. Как я уже сказал, он 18+. Здесь работает система премиум, все включено 24 на 7, то есть она еще более персонализированная, еще более шикарная, нежели чем в отелях Hard Rock. Всего 450 номеров, все они устремлены в сторону Карибского моря, то есть в сторону джунглей, вот сюда сзади номера не выходят. 4 ресторана, все работают как а-ля карт, то есть шведского стола здесь нету. Но при этом в течение дня, конечно же, около бассейнов работают всевозможные снэк-зоны с абсолютно разнообразной едой, да, то есть не только какие-то там закуски. Ну, вот, поэтому, соответственно, народ у нас, ну вот что-что, не голодает, это точно. 5 баров, также бармены миксологи, премиальный алкоголь, все это доступно без каких-либо доплат. 3 бассейна, абсолютно разные по активностям, от суперспокойного до такого достаточно активного. Поэтому, несмотря на то, что в основном здесь отдыхает клиентура 30+, отель достаточно активный, да, и при этом он 5 делюкс. То есть он не скучный. На третий день вы уже не будете думать так, ох, чем бы здесь заняться, да. То есть мы с вами еще чуть попозже увидим на слайдах, что активности, они абсолютно разные. Спортивные, гастрономические, культурные. То есть каждый найдет что-то себе по душе. И откроет, возможно, современную Мексику в совершенно другом ключе. Также в главном здании располагается Essentia Wellness, которая включает в себя спорт-центр, салон красоты, барбершоп, так, смотрю, нам тут задают вопрос. Снорклинг. Снорклинг есть
в коридор отеля «Ривьера Майя», то есть там прям, ну, конечно, больше для детей, можно заниматься прямо вот в этих лагунах, там иногда заплывают рыбки, то есть маски и трубки арендуем бесплатно. Также можно их запросить в Унику 2087, но сейчас нужно уточнить, если, точнее, предоставляют ли их в этом отеле из-за санитарных протоколов, потому что буквально пару месяцев назад эту опцию пока закрыли. А так, ну, обычно снорклинг уже такой более серьезный организуют во время различных экскурсий, да, то есть когда у нас клиент с вами куда-то выезжает там на лодках, катамаранах и так далее, тогда да. То есть вот среди отелей только вот 100% делают Hard Rock и Riviera Maya. В Унику 2087 надо будет уточнить. Так, надеюсь, Оксана, на ваш вопрос я ответил. Конгресс-центр, здесь точно такие же условия по группам, как и в отелях Hard Rock, то есть при бронировании от 10 номеров, конференц-залы, кофе-брейки и так далее, все включено в стоимость. 24 часа обслуживания номеров, услуги личного хоста, такого личного консьержа во всех номерах, то есть здесь нету, как, допустим, в отелях Hard Rock клубные номера, вот в которых, соответственно, уже есть консьерж. Здесь консьержи абсолютно для всех. То есть с ним можно общаться по WhatsApp, через специальное приложение, которое мы создали для этого отеля, поэтому коммуникация очень удобная. Вот так выглядят базовые номера Алькоба от 48 квадратных метров. На первом этаже называются свим-ап с выходом к общему бассейну, то, что мы видим на слайде снизу. Также у нас номера Алькоба Ocean View, это во внутренней части подковки они располагаются. И фронтальные здания уже Алькоба Front Ocean View, то есть вы прям сразу в названии поймете, куда смотрит номер, как он выглядит, что очень-очень удобно. Соответственно, как и во всех других отелях, у нас идет разбивка на King и Double Beds, да, то есть напоминаю, что в Мексике, как и в Доминикане, действует американская классификация, то есть King это одна большая кровать 2 на 2, Double Beds это две полуторки, ну где-то 160 на 190. Ну и, кстати, номеров с двумя кроватями у нас достаточно мало, то есть всего 50 из 450. То есть в основном, конечно же, бронируются это именно парочки, то есть что очень важно. Вот, ну как видите, номера достаточно укомплектованы, также кофемашина Nespresso и 24 часа обслуживания номеров, и косметика, и, кстати, мыло ручной работы от фирмы Botanicus, что очень-очень важно, то есть это очень классная местная локальная марка. Вот, халат, тапочки, фен, гладильные доски, то есть, пожалуйста, Wi-Fi, все это имеет место быть. Конечно, наша гордость – это гастрономическая составляющая, а особенно ресторан Cueva Siete. Это ресторан авторской мексиканской кухни, где каждые 2 года мы меняем шеф-повара. То есть полностью обновляется меню, соответственно, клиентам интересно вернуться, попробовать что-то новое. Вот как раз сейчас у нас произошла смена шефа, и новый шеф – это Лу Дель Кармен, она как раз из Мехико-Сити, из одного из таких крутых ресторанов. Она у нас приезжала позапрошлый фестиваль, который мы проводим ежегодно в июле, в августе. Как раз по ее блюдам очень такие были классные отзывы, многим клиентам понравилось, поэтому как раз у нас руководство решило ее вот приобщить к делу. И вот на ближайшие 2 года Лулу будет нас радовать своими блюдами. Поэтому тоже имейте в виду, достаточно интересная концепция. Микориса – это средиземноморская кухня. Как видите, у всех наших ресторанов помимо закрытого зала есть еще открытая терраса, потому что клиенты из Европы очень любят ужинать именно на открытом воздухе. Мы, конечно же, это учитываем. Мурахаус азиатский. Здесь также есть столы для тепаньяки, а-ля карт и, конечно же, суши-бар для тех, кто любит азиатскую кухню. И четвертый ресторан 287. До пандемии это был ресторан «Шведский стол» на завтрак, на обед. Сейчас это такая интернациональная кухня. Напомню, что завтрак, обед, ужин исключительно а-ля карт именно в этом отеле Унико 2087. Ну и на ужин здесь, конечно же, стейки, рыба, различные салаты, то есть, пожалуйста, все на любой вкус. Кафе Инес – такой своеобразный мексиканский Starbucks. Кофе, выпечка, смузи, панини, салаты можно взять с собой, можно здесь присесть, поесть, кому как удобно. Пальмер Лаунж – это бар для вечерних мероприятий, выполнен в таком стиле Кубы 40-х годов, то есть еще дореволюционный, помпезный, стильный, ну, различные танцы, пляски, вечерние развлечения проводятся именно здесь. И у этого бара также есть терраса на открытом воздухе с отдельным баром, с отдельными официантами, то есть тоже, пожалуйста, напитки все включены. Дополнительно можно заказать сигары, кальян где-то от $15, сигары там от 5-6, ну, в зависимости от страны производителя. Есть и мексиканские, и кубинские, и доминиканские, поэтому, пожалуйста, можно наслаждаться.
Как я сказал, три бассейна на территории отеля, так система all-inclusive 24 на 7. Вот опять же, от лежака можно не отходить. Все вам принесут, да, то есть официанты работают в течение всего дня. И, как я сказал, различные активности, допустим, спортивные, такие как утренняя йога на плотах, вот то, что мы видим слева, сайклинг, вот то, что видите справа, различные кулинарные коктейльные мастер-классы, все это включено в стоимость для клиентов, то есть не нужно ничего доплачивать. Единственное, если клиенты, ну, когда бывает, приезжают компании и хотят вот отдельно только для себя сделать, да, какой-нибудь там коктейльный либо кулинарный мастер-класс, да, тогда это будет уже за доплату. Но если они записываются вот именно в групповой мастер-класс, то тогда, конечно же, никаких доплат делать не нужно. И записаться, кстати, можно через вашего личного хоста. Он это сделает с большим удовольствием. Ну, такие различные арт-мероприятия. Все это с параллельной дегустацией текилы, мескаля. Очень классного мексиканского винишка. У многих Мексика ассоциируется исключительно с текилой и мескалем, но современные тенденции имеют место быть, поэтому мексиканцы очень активно осваивают виноделие, так как у них Баха Калифорния в западной части, да, там очень классные виноградники, особенно Каберне Совиньон, если вы любите красное сухое. Эссенция Wellness состоит из салона красоты, фитнес-зала, барбершопа и, конечно же, спа-центра. И на спа, точно так же, как в отеле Hard Rock, действует скидка 50% на некоторые услуги, поэтому тоже можно, ну, оторваться по полной программе. В этом отеле, точно так же, как в Hard Rock, у нас действует бесплатный пакет для молодоженов. Единственное, здесь он покруче. Значит, при заезде клиентам будет доступно, сейчас я вам точно скажу, чтобы не перепутать. Так, пардон, возвращаемся. Бутылка Moët Брют, да, соответственно, 750 миллилитров, то есть тоже доставляем в номер. Плюс одна процедура в спа-центре для двоих человек на выбор. То есть, как правило, это либо релакс-массаж на двоих, либо что-то еще. То есть там, ну, в зависимости от предложения отеля, тоже это нужно учитывать. Ну и также цветы в номер тоже доставляются. Такое вот небольшое украшение. Можно все это дело оформить в таком красивом романтическом завтраке, да, с бутылкой Moët, с какими-то, может быть, там омлетами, фруктами, чем-то еще, плюс цветы. Ну, получается шикарно, поверьте, это здорово. Вот, по условиям бронирования любой тип номера от 5 ночей и не позднее, чем за 48 часов до заезда, отправляем нам скан или фото свидетельства о браке. Предложение действует до конца 2022 года, поэтому, опять же, да, есть возможность все подготовить заранее. И в этом отеле также действует свадебная церемония Ultimate Wedding Package. Она точно такая же, как в отеле Hard Rock. Единственное, здесь она стоит $300, да, то есть здесь она платная, но вот эти символические $300, на месте которой клиенты могут эти $300 потратить на дополнительные там украшения либо услуги, вот именно связанные со свадебным торжеством. То есть, напомню, в отеле Hard Rock эта услуга действительно бесплатная. В Unico 28.7 будет стоить $300, но $300 пойдут на оплату доп. Услуг. То есть тоже, пожалуйста, об этом клиентам рассказывайте. Вот так выглядит приложение Unico APP, да, то есть его можно скачать для абсолютно любого смартфона. И, соответственно, очень удобно им пользоваться. Все у вас под рукой. В принципе, ничего распечатывать не нужно, даже там какие-то QR-коды считывать тоже не нужно, потому что меню ресторанов, как все работает. Даже можно уборку заказать в определенное время, да, вот в диапазоне с 9 утра до 5 вечера. То есть тоже, пожалуйста, максимально персонализированный сервис под вас. Важно отметить, что в этом году мы запустили программу лояльности для турагентов из Европы. Она называется Vivant by RCD Europe. Вот как раз сверху слева мы с вами видим ссылку на данную программу лояльности. Обязательно здесь регистрируйтесь. Сразу хочу сказать то, что в программе лояльности нету движка бронирования. То есть мы не создаем конкуренцию туроператорам. Да, то есть вы бронируете наши отели через туроператора, включая через TPG, сюда просто заносите информацию по бронированию, и после выезда клиентов из отеля вы получаете бонусные баллы за каждый забронированный номер. Далее эти баллы вы можете обменять на бесплатное проживание для себя. И за эту же самую заявку вы еще получаете от 10 до 20 долларов, ну, в зависимости от того, какой отельный бренд был забронирован. То есть, если это апарт-отель Residence Inn, то это $10. Если это бренды Hard Rock, Unico, либо даже Nobu, то, соответственно, это будет 20. То есть, вот дополнительная прибыль. Ну и, конечно же, самые-самые активные турагенты, которые будут нас бронировать чаще и активнее, будут приглашены на наши эксклюзивные мероприятия, которые мы анонсируем как раз на сайте Vivant by RCD Europe. Поэтому бронируйте, вносите свои заявки и, соответственно, участвуйте
в этих эксклюзивных мероприятиях. Еще пара инструментов, которые вам могут помочь при работе с клиентами. Во-первых, у нас есть русскоязычный телеграм-канал RCD Hotels Rus, где пару раз в неделю я выкладываю информацию по нашим отелям, вот, соответственно, на русском языке. То есть тут абсолютно разное. И всевозможные видеоролики, как выглядит пляж, и какие-то спецы, и какие-то анонсы концертов, мероприятий и так далее, и так далее. Вы абсолютно смело можете скачивать весь этот контент, копировать, да, и использовать в своих собственных сторис, рассылках, постах. Ну, единственное, только, соответственно, с упоминанием наших отелей. То есть, если, допустим, тут видеоролик «Пляж Пунта-Кана», там именно Hard Rock отель, не нужно его использовать просто, как там, не знаю, для продвижения каких-то других отелей, да, ну, то есть, как бы, некрасиво. Вот, и на YouTube-канале вместе с другими коллегами-ательерами мы создали вот Hotels for Pro, такой канал, у каждого из нас свой плейлист, и в том числе вот есть плейлист, естественно, RCD Hotels. Последние все видеоролики – это обзоры отелей. Они достаточно лаконичные, как видите, от 4,5 минут до 15. Вот 15 минут как раз наш доминиканский отель, потому что он большой, и там много что показать нужно. Вот, все это с моими лаконичными комментариями на русском языке, поэтому все четко, понятно, по делу, без воды. Поэтому обязательно этим пользуйтесь, соответственно, побольше вам бронирования Доминиканы и Мексики в этом сезоне. Так, по соглашению с TPG, к сожалению, я не могу оставить свои контакты, но вы можете к ним обратиться. Я думаю, они в любое время могут со мной связаться. Я на постоянке нахожусь в Москве, за исключением каких-то командировок, поэтому стараюсь отвечать шустро, быстро. Опять же, можете меня найти через телеграм-канал, то есть если вам данный формат удобен. Спасибо вам большое за то, что нашли время и прослушали данный вебинар. Как и обещал, постарался уложиться в 40-45 минут, чтобы сильно вас не отвлекать от работы, но при этом дать такую лаконичную, но максимально полезную информацию. Всем желаю легкой, продуктивной рабочей недели, побольше бронирования Доминиканы и Мексики и отличного зимнего сезона. Всем спасибо, до свидания.